Жалуются, что у нас бомбы не поливают. Нормально все поливают бомбы. А это район городка. Да вот мы тут в районе Юшки двигаемся. Вот это мой знакомый был. Мы с ним начинали еще киоски. Но он себе большой киоск построил, видите. Дайте мне таблетку от жадности, только большую, большую. Ну и в итоге заставили его. А вот мне интересно, а вот эти халабуды, которые рядом стоят, это типа у них земля приватизированная, а у него не приватизированная? Вот мне интересно, подход к сносу какой был? А это сюжет снимает противник вакцинации. Кстати, мы с женой провакцинировались китайской вакциной буквально 2 дня назад, и все нормально происходит. Витаминизируется. У него длинный хвост такой. Это белка.